Доброго ранку! Як я полюбляю бути не сама, а з такими чарівними гостями. Наталія Бабчук сьогодні завітала до нас і провести таку собі чайну церемонію, про яку я зізнаюсь, мріяла давно бути свідком ось такої події. Отож, давайте, зараз ви керуєте мною, я даю вам слово, будь ласка. Доброе утро! Самый лучший способ проснуться, это, я считаю, все-таки чай. Хотя многие, конечно же, изменяют чаю с кофе. Но мы сегодня будем просыпаться под китайский чай улун. Помните, вы говорили там дахун пао, китайский улун. У нас сейчас перед вами тигуанинь. Мне бы хотелось его показать покрупнее. Да, пусть бачу. Да, вот этот сосуд, что я держу в руках, по-китайски звучит как чахэ. Чахе. Да. Я буду немножечко говорить китайских многоумных слов. Поэтому я нас буду намагаться запамятовывать. Это, да, постараемся. Пока параллельно, может быть, мы поговорим о чае, а я начну заваривать. Давайте я вам допоможу. Різновидів чаю є безліч. Чорний, зелений, червоний, білий. Може, я ще якісь не назвала. В чому різниця між цими чаями і який найбільш смачніший та корисніший? А значит, если мы будем говорить о китайском чае, то там 7 категорий видов китайского чая. Белый, зеленый, желтый, красный, черный, улун и пуэр. То есть улун у нас стоит отдельно, как отдельный вид китайского чая. В принципе, ну, где-то, наверное, еще существует такое понятие, как этнические чаи. Это чаи, которые растут на какой-то одной территории, ройбуш очень много популярен, мате. А существуют еще травяные сборы, вот, например, наш украинский чай из ромашки или ван-чая. Ничего себе. Скажите, а каждый чай треба как-то окремо заваривать по-своему, чи вот есть такая одна основа, такие штампы, кому треба заваривать чай? Ну, у каждого чая есть своя технология обязательно, для того, чтобы мы его лучше заварили, чтобы он лучше раскрылся, чтобы он был вкусный и ароматный. Например, тот чай, который завариваем мы, улун, он любит горячую воду. Чайник закипел, в принципе, посуду ополоснули. То, что я сейчас делаю, это я ополаскиваю посуду горячей водой, нагреваю ее. Ополоснули посуду, засыпали чаек. Для этого возьмем такую ложечку специальную. А скажіть, а от дуже багато прихильників, які одні кажуть, що чай без цукру – це не чай. Навіть дискусія виникла, а одні кажуть, що для того, щоб зрозуміти, відчути оцей справжній смак та аромат чаю, тільки без цукру його пити. Розставте нам, будь ласка. У кожної, діло в тому, що чай росте, скажімо так, у всьому світі. И каждая культура, каждый народ чая имеет свою традиционность. Так как у нас утро китайского чая, так, я буду говорить о китайском больше. Чай китайцы не добавляют в чай ничего. Я имею в виду ни сахар, ни мед, там что-то можем добавить мы, например. Они дают только чай, они наслаждаются чаем, его ароматом и ни с чем его не смешивают. Ну, хотя бывают исключения, могут добавить жасмин, или османтус, или цветок лилии. Ну, это в виде как оттенять. Боже, какие речи сейчас происходят. Это вы так потребуете, это мы тоже ополоснули, нагрели посуду, мы ополоснули чай, он начинает раскрывать свой аромат, их жалко не услышать. Действительно, дуже такий аромат. Вот. И сейчас уже будем заваривать его в первый раз. Улун, китайский чай, в принципе, практически все китайские чаи завариваются повторно, несколько раз. Повторно все-таки можно заваривать. Обязательно. Даже изменяется, да? Он лучше раскроется, он будет вкусен, он будет ароматен. И если наш традиционный способ заваривания, ну что мы делаем? Мы чайник заливаем водой и уходим, и да? Пишусь, и ушли 5-10 минут, ой, что он там заварился. С китайским чаем так делать нельзя. С китайским чаем надо быть аккуратным и нежным, придерживаться температурного режима и способов заваривания. Сейчас вот листочек начнет так раскручиваться. Не надо успеть, мы за наше время короткое, чтобы он полностью развернулся. Но вот этот листочек, скрученный в такие маленькие-маленькие шарочки, развернется в большой красивый лист. Заполнит собой, да, практически всю колбочку. Ну а если говорить, какой чай наиболее полезен хороший, качественный, вкусний свіжий чай, який подобається тільки вам. Скажіть, трішечки відволікаємося від китайського чаю. Є крупнолистовий, середньолистовий і такі, як гранулки. Які би ви, як спеціаліст, порекомендували? Если как специалист, то вот классификация чаев, она бывает двух, скажем так, грубо говоря, общемировых видов. Один, который больше присущен индийскому и цейлонскому чаю, это, как вы сказали, крупнолистовой, средний листочек, рубанный, резанный и тому подобное. И китайский чай, который делится по виду ферментации. Сильно ферментированный, слабо ферментированный, не ферментированный. Поэтому как бы сложно, одной единой классификации чая в мире нет. Она немножечко разделяется. Китайцы, они считаются все-таки самыми
главными производителями чая. Чай у них исторический уже несколько тысяч лет, поэтому как бы у них они вот придерживают своей классификации. Угу. Какой лучше? Ну, много будем мы об этом, наверное, говорить, какой лучше. Я люблю, например, китайский чай пуэр. Вот для меня я кажется, теж что люблю. Я теж друг дружку. Ми знайшли друг друга. Хоча небагато все, зрештою, прихильників у цього чаю. Так, так, так. Поэтому я считаю, что, например, пуэр очень полезен для пищеварения, для похудения, кстати, для девчат. Поэтому, возможно, сейчас мы с вами попробуем первый. Заваливаем. Боже, да, так его багато стало, дійсно порозкривався. Это он, да, он не полностью. Это еще не полностью, да. А, видите, цвет настоя такой, я да. Не знаю, передаст камера, он светленький, светло-зелененький вот такой. И мы сейчас буквально чуть-чуть, считается, что чаечек, надо сначала попробовать его на аромат, ну то есть на аромат. Дякую. А потом на три глоточка. Ну я налила нам совсем немножко пялочку. Ой, аромат дивовижний, можу сказати. Він такий клас. Що я можу сказати? Він дуже хороший, хороший пробуждаючий чайок, якраз для утра. Я б, наприклад, посоветувала я зелений чай або лун. Мене помада. Ну, так, так. Ні, смачно, дійсно. Дуже смачно. Для інтересу ми, знаєте, що зробимо? Все-таки зараз зальємо його ще раз. Больно мені хочеться, щоб він... повторно раскрылся наиболее интенсивно. Какая цвете, тонкая процедура. И в аромате, да. Треба приделять этому конечно, увагу. Это не делается поспешно. Так, китайцы, чай, чайная церемония, это собираемся с друзьями и проводим очень много времени. Мы сидим и пьем чай достаточно долго. Чай это не для того, чтобы так немножечко. Но зато мы показали, что бывают такие вот интересные вещи у нас в Миколаеве. Цікаві речі в Миколаєві, дійсно, ну, треба цим захоплюватися. І що не просто, як ми вже сьогодні казали, залив чай і побіг. А це тонка процедура, якій теж потрібно приділяти увагу для того, щоб по-справжньому насолодитися справжнім смаком і ароматом. Мені зараз це вдалося. Наталічка, ще таке запитання. Чорний і зелений чай, його ж зроблять з одних листів. Але в чому різниця? В кольорі це зрозуміло. Ну, смаку дещо теж. А ще в чому є різниця? Спосіб його ізготовлення, ферментація, темний чай, это сильно ферментированный чай, и он просто проходит термообработку, когда листочек из ярко-зеленого становится темный. То есть в зеленом чае, особенно если это нежный зеленый китайский чай, он, например, может только подсушиваться под солнечными лучами. И все, он высушился его на фасовочку. А темный чай, он еще проходит ферментирование, он еще проходит сушечку, там скручивание, чтобы свернуться в такие вот, как вы говорите, скрученный генпаудер, это порох. Поэтому различаются в различии их в изготовлении. А в чем краще тримати чай? В склі, чи може ні? Для того, щоб він якомога більше тримав свої якості та смаки. Чай дуже любить фарфор, кераміку, так? Стекло, ну, можливо, ну, наверное, і все. Вот, щоб хранити именно чай. Фарфор, керамика, стекло. Чай не любит железо. Ну, еще можно более-менее там терпимо пластик. Ну, лучше, конечно, этого не делать. Поэтому стекло, красивый, качественный фарфор, тоненькие стеночки. Пробуем еще один. Пробуем. Так. Вот я хочу показать, насколько развернулся листочек в нашей чайной колбочке. Кстати, вот называется чайная колба. Он был совсем немножечко на дне, когда я его насыпала. И развернулся большие листья. Такие величенькие, здоровые листики маем. Да. Мы имеем красивого цвета светло-зеленый настой. С приятными очень светлыми нотками, цветочными и такой сочной зелени. Так. А скажите, а мы будем еще заваривать третий раз? Какую максимальную количество можно вот так вот заваривать? Вот этот лунчик выдерживает 5 раз заваривания. Где-то в серединке он будет наиболее интенсивен во вкусе. Вот он и зараз мецнейший став. Он будет еще крепче. А потом считается, что вот заваривать его таким образом, то есть способ называется пинча по-китайски, церемония чайных проливов, можно ровно столько, сколько мы чувствуем разницу между предыдущим завариванием и последующим. Если мы еще чувствуем разницу в заваривании, можно заваривать, чаечек еще разрешает. Если мы уже не чувствуем, проливаем, а уже нету разницы, что было в предыдущий раз, надо заканчивать. Да,
схожі, як цікаво все, як багато чого ми не знали. А скажіть, будь ласка, а білий чай, от ти дуже популярний зараз. Для білого чаю використовується дуже ніжне сир'я. Туди йде чайна почечка, вона покрита таким легким-легким ворсом. Пушистым. И это дает ему вот такой вот белый цвет, именно поэтому его так назвали белый чай. Нежное сырье, собранное вручную, которое очень трудоемко собирается, достаточно он нежный, он из, скажем так, грубо говоря, из 10 килограммов собранного с плантации чая может выйти килограмм конечного продукта. То есть продукт трудоемкий, так, дорогой. Так. Скажите, трешечки до англійців давайте приділимо и їм увагу, чай с молоком. На вашу думку, прокомментуйте, це добре чи ні? Чай з молоком бере свої корні, уходить далеко-далеко в Індію. Це традиційний ще індійський напиток, особливо, коли додати туди багато спеції, так називаємо масала. Це багато спеції, чорний чай і молочко. Це вполне віддільний і вполне заслужений продукт. Його можна пити, потрібно пити. І хороший чай з молоком – це отличне сочетання. Нічого собі, да. Скільки, і мені з вами так цікаво. Наталя, а от, до речі, ми заговорили щось додавати в чай, спеції, от що б ви порекомендували, наприклад, до цього чаю, чи взагалі доречно сюди додавати щось, чи ні? Можна було б положити жасмін, можна було б положити чайну хризантему, це такий лісточок. Такая маленькая, не наша вот хризантема, а то маленькая чайная хризантемка, нежная, аккуратная. Можно положить сюда, ну, возможно, и все, потому что этот чай сам по себе имеет хорошие цветочные ноты, дуже, чтобы его не перебивать и не смешивать, лучше хороший чай, ничего не добавлять. Производитель уже сам все добавил, если надо было. А ми сьогодні говорили, що свіжозаварений чай варто випивати не більш, не пізніше, ніж за 15 хвилин, як його приготували. Ви погоджуєтеся з цим? Свежезаваренный чай, главное, чтобы он не стоял в заварке. Вот видите, у меня такой промежуточный сосуд, да, называется чахай по-китайски. Вот в этом промежуточном сосуде чай может у нас постоять, ему ничего не будет, но желательно, конечно, чтобы он не остывал. Но мы не успеваем, нам надо либо общаться, либо пить чай. А вот если бы он стоял в заварочке, вот это, конечно, не рекомендуется ни в коем случае. Нельзя оставить чай, а утром его прийти и вылить, выпить. Чай уже не дал ничего хорошего, наоборот, уже выделяются более, скажем так, плохие вещества. Наталочко, дуже дякую. Можете побажати доброго ранку нашим глядачам і в підсумку дати якісь поради, може, як ви би обирати чай, чи які-небудь дуже цікаві. Я надіюсь, що всі наші зрителі вже проснулись, вже заварили собі вкусний, крепкий чай, що всі наші зрителі воодушевились новыми какими-то эмоциями, что можно попить чай из маленьких пиалочек. И один из моих таких жизненных правил и нашего, скажем так, кредо – пейте только правильный чай, пейте только вкусный чай, тот, который вам нравится. Свіжий, ну і качественний. Наталочка, ледве не забула запитати у вас. Сьогодні ми робили експеримент чай в пакетиках. Скажіть мені, доречно взагалі пити цей чай в пакетиках на швидкоруч, як то кажуть, да? І, ну. Я вам так скажу, в пакетик завжди кладуть відходи від чайного производства. Ось. Все. Это... Ну, просто примите это как есть. Никто не будет хороший, уважающий себя производитель, ложить высококачественный чайный лист в пакетик. Погоджуюся з вами. Дякую вам, що завітали. Наталія Бабчук. Ми продовжуємо.